Я хотел тоже давно попробовать, как визуально примерно вращается мяч, потому что так это не видно. И я когда-то делал фильм «Анализ мяча», там отобрал 10 мячей, я как бы разлиновал их так, что по шву со стыковки двух половинок мяча идет сплошная черная линия, а как бы перпендикулярно идет две тонких черных линии. И сейчас я поставил 17-й режим, это, по-моему, запил. И сейчас посмотрим, как будут приходить мячи. Первые три мяча будут для рассудки как бы обычные, не линованные. А вот остальные, получается, что 10 должно быть, да, будут уже те, что я как бы планировал. Сейчас посмотрим, что это получится. Ну вот, по-моему, практически не видно, насколько разлинованный мяч, не видно его разлинованность. Попробуем еще раз то же самое. Вот эти разлинованные мячи. Вот таким образом они все выглядят. Я сейчас засыпаю. Я уже заложил там три мяча, которые будут первыми. И поставил программу не подрезка, а запил. Сейчас посмотрим, что будет видно при этом. Enter start точку. Что-то можно было увидеть или нет, но, наверное, при замедленной раскадровке это будет заметно, с каким вращением вращался мяч тогда и сейчас, при запиле и при подрезке.